Однажды в ресторане. Извините, этот столик занят. А этот? И этот. А этот? И этот столик тоже занят. О, заберите, заберите. Поставьте, который свободен. Хорошо, ладно. Что вы будете заказывать? Водку. Вы уже пьяны, и вы на машине. Не, я не пьяный, я не на машине. Я же вас видел. Меня? Да, вас. Внимательно посмотри, это был я. Да. Ну, я... У меня нет основания вам не верить, значит, я на машине. Что будете заказывать? Водку. Вас оштрафуют. Так а я слегка, никто и не заметит. Это противозаконно. Хорошо, сколько вам водки? 300. И это чуть-чуть. Ну а что, много? Ладно, что будете кушать? Вот ее кушать и буду. Хорошо, я понял. Приехал эвакуатор, хочет забрать вашу машину на штрафстоянку. Что, серьезно? Да. Тогда это, скорее мне... Счет? Да нет, еще 300 дам. А как же ваша машина? А что машина? Ее же сейчас заберут. Значит, пить-то можно. Тогда с вас 2000 рублей. Это с каких это пор в ресторане платят вперед? С нынешних. Потому что потом вы будете не в состоянии. Убедил. Красава, неси, а я свободен.